Я небольшой поклонник молдавских вин, хотя среди них бывают и приятные. Но дело же не в этом. Россия время от времени предъявляет претензии то молдавским винам, то грузинским винам и грузинской минеральной воде Боржоми, то каким-то украинским продуктам, то белорусским продуктам. И, на мой взгляд, это все имеет к качеству продукта значительно меньшее отношение, чем к политике, связанной с взаимоотношениями между Россией и этими странами. Мне кажется, что так или иначе, это способ выразить свое недовольство политикой этой страны. В данном случае речь идет о Молдавии. На мой взгляд, это плохой способ выражать свое недовольство. Потому что есть политика, есть дипломатия, и у дипломатии есть очень много ходов в этой связи. А жаловаться на вино, воду, свинину и сыр – это дело последнее. Конечно, мы не очень пострадаем. Молдавия, вероятно, пострадает больше. И от непоявления у нас грузинских вин или украинского сала мы не очень пострадаем. Но просто подобный вариант выяснения отношений, на мой взгляд, пахнет детским садом.